Здравствуйте, можете помочь, пожалуйста? Моему другу Боку можете нас до Семашка отвезти, пожалуйста? У нас денег просто нет. Я, к сожалению, опаздываю просто сильно. Спасибо. А можете помочь, пожалуйста? Моему другу плохо. Можете нас до Семашка отвезти? Нет, я приехал, мне включают назад. Можешь помочь, пожалуйста? Братану плохо, нужно в Семашка отвезти, пожалуйста. Есть одна проблема, у нас денег нет. Ну, подожди, сейчас я быстро отправлю. Я вам подойду быстро. Спасибо. Здравствуйте, дядя, можете помочь, пожалуйста? У меня брату плохо. Сэмик, ага, можете помочь, пожалуйста? У меня другу плохо. До Семашка, можете подкинуть, пожалуйста? У нас проблемы, только денег нет. Семашка, это вот, вот получается назад и вот, ну, по кольцу назад и туда. Ну, живот болит, я не знаю, что стало. Ну, он приехали, что-то плохо человеку. Сейчас пойти. Хорошо, санс. А сколько вас ждать? Сейчас пойти. Долго. А можешь помочь, пожалуйста? У меня другу плохо. Можете надо Семашку подкинуть? Срочно. А? А? Точно не можете? Пойдем, пойдем, шагай, шагай сюда. Потерпишь. Не пойдешь? Подожди секунду, подожди. Здравствуйте. А можете помочь, пожалуйста? У меня другу плохо до Семашка подкинуть, пожалуйста. Блин. Очень срочно. Скорую можешь вызвать? Да нет. У нас просто денег сейчас нет. Я не знаю, что за фигня произошла, никто ничего не взял. Да можете, пожалуйста, до Семашка подкинуть? Я понял, но он бесплатно же. Я прошу прощения, он такси работает. Ладно, спасибо. Вот остановка, где остановка? На маршрутке. Скорую вызовите. Спасибо.